нас зацвела черемуха. И в соответствии с народными приметами пришли холода. Если у нас температура еще неделю тому назад, в конце апреля, поднималась до 22-23 градусов, то сегодня ночью уже было минус 2. Эта народная примета очень точная. Это всегда меня удивляло. Но совпадает, ну, я так думаю, что в 90% случаях. Ну, если, конечно, погоду трудно заподозрить в том, что она подстраивается под цветение черемухи, то остается только предполагать, что эта черемуха каким-то образом чувствует приближение холодов и осыпается цветами. Очень красивая. Конечно, иногда бывает, что черемуха цветет и в теплое время. Ну, я не могу это объяснить, это только чисто мое предположение. Но я думаю, что просто, если холода не наступают, погода теплая, но черемухе-то надо как-то цвести, все равно, хочешь не хочешь. Вот ей приходится цвести в теплое время. Объяснить я это никак не могу. Это исключительно мои догадки и предположения. Но примета есть примета, всегда очень красиво. По-латышски черемуха Иева, то есть или же по-русски Ева, такое вот романтическое название.